Всем привет, дамы и господа! По просьбам подписчиков приехал в главный гей-район Сан-Франциско, ЛГБТ-квартал Кастро. Смотрите, здесь развивается огромный радужный флаг, самый большой в Америке, наверное, я точно не знаю. Вон, смотрите, какой здоровый. Сейчас российские зрители увидят радужный флаг, на них же действует пропаганда, и сразу побегут гатиться в туза, как бы. Им же нельзя видеть пропаганду. Русская душа, она такая, как бы, очень трепетная ко всему этому. Ветрено. Ну, обычный район, собственно. Только много радужных флагов и все. Самые простые кафешки. Кофейни. Куда-нибудь непременно зайду, похаваю. Мирный, спокойный, милый район. В прекрасной России будущего надо где-нибудь сделать такой же район. Непременно в Москве, допустим, в Марьиной роще, улицу Октябрьскую сделать как бы полностью ЛГБТ улицей. А президент в прекрасной России будущего вместо военных парадов будет принимать гей-парады на Красной площади. Там стоит на трибуне Мавзолея и как бы идет колонна, допустим. А сейчас идет колонна ивановских национал-гомосексуалистов. Ура! Ура! А теперь идут калужские шимейлы, как бы. Ну вот так вот будет, смотрите. Парики. Какие-то журналисты работают. Книги. Интересно, есть ли тут Эдуард Лимонов? Это я, Эдичка. Идея для стартапа. Надо здесь снять помещение и открыть кафе, которое будет называться «Славянский голубец». И славяне все будут туда, все славяне-геи будут приезжать, и, ну и другие геи, как бы просто, чтобы посмотреть на славянскую кухню, как бы, вот. Ну, ничего интересного. Здесь я пока не вижу. Кофейня. Перейду на другую сторону дороги, там найду какую-нибудь кофейню и бахну кофейку. Мне кореш из Красноярска, Ильюха, говорил, что здесь чрезвычайно вкусный кофе в районе Кастро. Я сначала подумал, что это как бы какой-то бразильский район, наверное. Оказалось, это ЛГБТ-район. О, я вижу китайское заведение, можно зайти. Интересно, какие здесь цены. Я думаю, здесь цены должны быть выше, потому что это тусовый туристический район, тусовая улица. И поэтому цены должны, соответственно, быть немного выше. Бутерброд с мясом и яичком. Я думаю, чрезвычайно вкусный. Чрезвычайно вкусно. Стоит $11. Это для собак-гомосексуалистов заведение. Привет.
Заведение для собак-гомосексуалистов специальное. Одежда, смотрите. Это типа как секонд, наверное. Очень дешевый, потому что... Ну, хотя обычные рубахи по $10. Хард-рок. Здесь тусуются рокеры-гомосексуалы. Много секс-шопов. Вот видите, свобода, никакой дискриминации, все хорошо. Так что в Москве надо уже готовить, начинать в Мариной Роще улицу Октябрьскую. Делать она как раз такая длинная продольная улица. На одной стороне до третьего транспортного будет Шимейл квартал, там только Шимейлы будут. С другой стороны будет часть, это будет гей-квартал, потом лесби-квартал и так далее. Ну, еще там всякие гендеры, сейчас куча всяких гендеров, короче. Вот, я их все почти не знаю, вот видите, сколько флагов. Это флаги разных гендеров. На имперку похож. Так, это я вернулся уже назад к самому гигантскому в мире ЛГБТ-флагу. Ну, спокойный, мирный, уютный район. Пишите в комментах, хотите, чтобы такой же квартал появился в вашем городе. Также пишите в комментах, хотите ли, чтобы президент вместо военных парадов принимал на Красной площади гей-парады. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео, будет много всего интересного. До новых встреч!